Сладость или гадость? Отдавайте леденец. Что? Нет. Ты должен. Сейчас жуткий месяц. Не отдам. Нет. В смысле? Апрель же сейчас. Нет, жуткий месяц. Ой, и правда. Отдай им леденец, дорогой. Давай, это правило. Хуявило. Тогда ты понесешь наказание. Стрелка! Курьер, курьер! Дорогой? Дорогая, ты зачитала на лимузине? Зачем ты на него встала? Я же говорил, что так случится. Ничего, дорогой, это было охуительно. О, мое время пришло! И почему ты хочешь взять замуж мою дочь? Мне честно сказать, сэр, за ее зад. Именно поэтому я женился на ее матери. Я благословляю вас. Это чё за фигня? Это чё, блядь, лимон? Эй! Ты не смотри так на меня! Эй, ты, лимон! Мам! Тут лимон какой-то странный! Я боюсь, чтобы он не напал на гёрлфренд! Гёрлфренд, все хорошо. Все хорошо, не волнуйся. Мам! Мам, тут какой-то припи***нутый лимон снаружи. Он типа как... Он как бабка, блять! Слышь, иди отсюда! Это что за пи***ц? Моргни, долбоёб! Пока я жив, дай мне сказать последние слова. Валяй! У тебя руки шершавые, Пика. Ответ неверный, сука! Приветствуем вас на нашей базе. Мой друг, который похож на пятку, покажет вам ваше будущее. Заплатите наличкой, сделаем дополнительную скидку. Вау, он реально похож на пятку инопланетянина. Божечки, он точно пришелец, что он сказал? Он сказал, я лучше снова рожусь с тем же самым лицом, чем с твоим. По-моему, ты это сам выдумываешь. Ты на Земле, потому что твой корабль захватили ФБР, ты же просто внеземной неудачник. Лучше, блять, рот закрой свой. Чё, он умеет разговаривать? Он из Бирмингема, Алабама. А почему он так выглядит? А теперь мы заглянем в твое будущее. Смотрите, он смеется. Милый, я не хочу этого делать. Слишком поздно. Что ты видишь? Я вижу бойфренда. Теперь он стал бродягой. В смысле? Как это? Почему он стал бродягой? Он пожертвовал все свои сбережения на Кикстартер. И почему вы не расстались? У него долги на мое имя. Сколько он пожертвовал? Заложил $5000 на своего играбельного персонажа. Ты любишь своего парня? Нет, я хочу его убить. Тогда я дам тебе возможность выругаться на него. Пидорас, гори в аду, хуемразь, и в раю, и в аду я тебя достану. Тебе пиздец, слышишь? Я тебе милая, нож сажу. Милая, проснись! Боже, я так испугалась, милый! Быстрее, собирай вещи, уходим отсюда! Он управлял моим разумом. Хочешь узнать занимательный факт? На самом деле я тебя не гипнотизировал. Вы зашли в мою обитель. Теперь я сдеру с вас кожу живьем и... Битва? Хорошо. Но если я выиграю, вы будете умирать долгой мучительной смертью. Снова, снова и снова.
неплох. А, да, у меня своя фирма звукозаписи, если ты вдруг не знал. Если что, мы можем договориться, ну, если ты не против, конечно. Мы расстаемся. Слушай, я не хочу показаться гомофобом. Просто говорю, что ЛГБТК+ комьюнити ведут себя по-гейски. Пика, ты встречаешься с мужиком. Ну я же просто говорю! Как можно быть низким и грустным? Как можно быть маленьким и грустным? Сука, ты не грустный, ты подавленный! Иди нахуй отсюда! Эй, проснись! Я сейчас убил всю твою семью! Но я один живу! А кто это тогда в твоем доме? У меня кто-то в доме? Ну теперь-то их нет! Долбоёб! Ты мог умереть! Не за что! Ты не можешь волшебным образом сделать мне лучше! Да ладно! Вау, мама! Пришли результаты с вашего рентгена. Оказалось, что ваша челюстная кость сдвинулась в сторону. Полагаю, это произошло из-за ваших отрывистых движений во время пения, уже не говоря о том, что вы стояли на машине, пока вам в лицо дул сильный ветер. Боюсь, пока что вы не сможете читать рэп.